до нашої студії сьогодні завітали Євген Мінін, лідер студентського руху «Кампус Україн» в Миколаєві, та Дар'я Павлова, ключовий волонтер руху «Кампус Україн» в Миколаєві. Доброго ранку! Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Ну і перше, я думаю, логічне питання, що це за «Кампус Україн» і в Миколаєві філіал, чим займається? Ну, «Кампус Україн» – це общественная організація, яка существует почти в 200 странах мира, во всех крупных кампус-городках, то есть при учебных заведениях, это и в Оксфорде, и в Гарварде. И здесь у нас сначала он существовал только в крупных городах, это Киев, Львов, Днепропетровск, Одесса. Теперь оно, движение это расширяется, то есть оно существует, вот в основном работает это в направлении студенческого сообщества, и сейчас в Николаеве, хотя в Николаеве уже мы давно существуем, вот, и в Николаеве, в других городах открываются вот такие осередки. Так что это направление студенческое, и сейчас это направление еще военное. Отже, головна мета саме цієї організації і як ви потрапили до неї? Тому що ви, як і ви лідер студентського руху, а ви ключовий волонтер. Далі, ну трохи розкажіть свою історію, як потрапили? Мене пригласив брат, він також участвував в студентському движенні до мене. Это было еще давно, в 2011 году. Я пришла, мне очень понравилось, очень понравились все мероприятия, которые там проходили. И в итоге стала также ключевым волонтером и одним из организаторов. Вот вы чем занимаетесь, какие ваши обязанности? Вот, ключевой организатор просто. Ну, я обычно веду какие-то мероприятия. Также мы проводим разные наши фототесты, например, тест на мировоззрение, наши материалы, европейские тесты. То есть, в принципе, все, что связано, все мероприятия, которые мы делаем, какое-то участие там принимаю. Да, она участвует во всех организующих наших встречах, когда мы планируем что-то. И Даша лично общается со студентами. Вообще мы не только всеукраинская организация, мы организация, которая, ну, имеет разные осередки в городах, то есть Николаевская наша вот часть организовали в Мариуполе такую же организацию, в Ужгороде, в Берегово сейчас мы работаем. То есть там, где есть учебные заведения, вот где есть инициативные студенты, где есть спрос на вот эти перемены, на лидерство, вот там вот мы. И вот Даша, она с нами везде ездит по городам для того, чтобы рассказывать, для того, чтобы обучать студентов, для того, чтобы организовывать что-то. Она не только ведущая, но она, в общем-то, движущая сила еще тоже. То она есть... это главная сила, которая помогает, можливо, ну, залучая студентов, так, до этой организации. Да. От я дивилась на сайті, читала, що у вас декілька направлень саме цієї організації. От розкажіть про те, як в Миколаєві це все працює, і трохи про заходи, які відбуваються для студентів, які організовуються. Ну, у нас є і воєнне направлення здесь, тому що я сам кадровий воєнний. Коли ушов в запас і почалась війна, то мені прийшлося спочатку волонтером, потім офіційним капеланом їздити на фронт, працювати з воїнськими частями, підтримувати ребят, які були переведені з Криму. Це начало нашої роботи. Потім фронт, потім вже більш глибока діяльність, і потім розуміння того, що потрібно розвивати направлення воєнне. В принципі, кампус цим займається по всьому світу. Є дуже великі осередки, які займаються людьми, які повертаються з фронту, афганська, іранська, компания, иракская компания, вот, это в Соединенных Штатах и в Европе. Также у нас, я сейчас занимаюсь и развитием именно этого направления. Даша, она остается в студенческом движении, она может больше немножко рассказать. Хорошо. Да, как бы основное наше видение – это эмоциональное, духовное и моральная зрелость студентов, которые впоследствии станут нашими лидерами, будущими лидерами страны. И для нас важно, чтобы они были вот целостными личностями. Поэтому у нас проходят разные мероприятия, разные встречи, например, английские клубы, дискуссионные клубы. Фестивали различные, встречи саморазвития. Да.
Тобто так більше направлено на розвиток студентів, так не тільки от вчитися, а можливо якось всебічно. Що щодо літа, тому що зараз же ж студенти сесії закривають, позбуваються екзаменів цих річної волокіти, я б сказав. А от який можливо зараз план на літо? Чи є якісь заходи? Тому що я пам'ятаю і читала, що є ж і якісь міжнародні там і подорожі, тобто і табори. От трошки про це розкажіть, будь ласка. Ну вот самое ближнее, это буквально через неделю будет как раз проект для семей военных, куда также едут наши волонтеры, наши студенты кампуса, помогать организовывать как лагерь для детей военных, помогать переводить американцам, так как приезжают специалисты с США, чтобы общаться с семьями и помогать им выходить вот из пост военного состояния. Да, я могу больше немножко рассказать. Это 12 волонтеров, специалистов. Приезжает известный и специалист, полковник из морской пехоты США, который будет заниматься восстановлением, скажем так, морально-психологического стану наших военнослужащих, мобилизованных, которые приедут своими семьями вместе с детьми. Наши волонтеры, они будут работать с детьми. Вот, мы уже, которые, скажем так, больше будем сосредотачиваться для помощи военным семьям, потому что сейчас что потерпает, это семьи военных, это дети. То есть мы проводим такие комплексные мероприятия. Приезжают люди, которые и психологи, и, ну, в общем, словом, те, которые могут помочь вернуться к нормальной жизни, и каждый кризис, он может быть использован для развития, либо для саморазрушения. Вот мы делаем все, чтобы это можем, вот этот кризис, который был, да, он для развития. Ну, также у нас приезжает, ну, студент, это спикаут. Да, следующий проект это будет в июле, американский лагерь спикаут, который будет в этом году проходить в Полтаве. Туда приезжают американцы, учителя, и вот на протяжении недели для студентов проходит такой интерактивный английский клуб, где они общаются, учат какие-то новые слова. Также у них проходят личные встречи с американцами. Каждый вечер там интересная программа в центре города, там, с Holy Fest, то есть с сухими красками. То есть Just Dance. Just Dance. Фишка сейчас кампуса. Тобто є де розвиватися, де, куди і рухатись. От давайте коротенько зараз. Чи всі можуть долучитися до вас, студенти? И чему варто долучитись до вашей организации? Да, студенты могут, абсолютно любой студент может к нам спокойно прийти и участвовать, стать частью нашего движения. Все те, кто хочет развиваться и у кого есть спрос вот на вот саморазвитие, то могут до нас долучаться и даже остаются студенты после того, как заканчивают учебное заведение. Тобто раптом що я можу долучитися? Я вже давно не студент. Дякую вам за інформацію, думаю, вона буде корисна для наших студентів та й просто для тих, хто хоче розвиватися, відкривати для себе щось нове. Я нагадую, Євген Мінін, лідер студентського руху Campus Ukraine в Миколаєві та Дар'я Павлова, ключовий волонтер руху Campus Ukraine в Миколаєві, були сьогодні у нас в гостях, тож друзі, долучайтеся. Можливо, якщо у вас є якісь ідеї щодо заходів, я думаю, можна до вас також написати і дати якийсь рух.